С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсию в среднем всего на 279 рублей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по Республике Дагестан. Дополнительных заявлений писать не нужно, перерасчет произведут автоматически. Пенсия будет индексирована 125 тысячам работающих пенсионеров. Повышение распространяется только на официально устроенных пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, то есть тех, кто платит страховые взносы.